Всем привет! Как-то недавно я наткнулся на датапак, который добавляет в игру Херобрина. Он называется From the Fog. Датапак очень интересный, он на новую версию. Это что-то необычное для моего канала. В принципе, обычно я такое не снимаю. Но я просто решил по приколу попробовать. Ну и как всегда, конечно же, спонсор этого видео мой Telegram. Переходите, подписывайтесь. Все там. Ну, а мы начинаем. Итак, вот я уже в Майнкрафте. Соответственно, давайте не будем медлить. Я просто создам новый мир. Назову его тематическим, Херобрин датапак. Бонусный сундук включу. И теперь нам нужно добавить сам датапак. Я его просто сюда перекидываю с рабочего стола. Добавляю и все. Все, датапак добавлен. Все, что нам осталось сделать, это просто создать новый мир. Ну что ж, погнали. Итак, вот я появился, вот такой вот мир. Там я вижу саванна какая-то уже сразу. Так, бонусный сундук на старте. В принципе, неплохие тут вещи для начала. Верстачок вот так вот сразу. Так, и тут... Оо! Я только зашел в мир, тут уже появился красный факел. Так, ну Херобрин уже, походу, начал действовать. Так, давайте спущусь сюда. Вообще, я, честно, не знаю, что тут должно происходить. Я несколько раз играл с этим датапаком, но я только пару раз увидел Херобрина и больше ничего не было. Поэтому мне сейчас интересно. Может быть, я что-то найду. Так, ну я уже вижу красный факел, окей. Значит, что-то начинает происходить. Так, медь. О, еще один красный факел. Что-то тут нечисто. Мне бы угля сейчас найти. О, железо. Там и уголь есть. Ай! А, нет! А, нет! Нет! Нет, только не это. Так, ладно, пока что вот так вот сделаю. Я бы сейчас умер просто. Мне это не очень хочется, честно говоря. Ладно, короче, я просто ухожу отсюда. Пока Херобрин никакой активности не проявляет. Наверное, потому что я в пещере. Сейчас посмотрим, что там у нас на поверхности. Так, ну окей, я, в принципе, выбрался. Ну, слушайте, вроде на поверхности ничего нету. По крайней мере, я ничего не вижу. Овцы, кстати. Надо сейчас будет кровать сделать. И, кстати, тут вроде бы Херобрин может не давать вам спать. Вот сейчас проверим это. Ну и заодно еды еще добуду. О, уголь. Вот уголь мне важен сейчас на самом деле. Потому что у меня его не так много. Так, ладно, делаю кровать. Все, давайте спать. И ничего не произошло. Херобрин меня не разбудил. О! Вы это сейчас слышали? Так, Херобрин тут бегал. Ну окей, я встречал уже такое. Херобрин тут действительно может бегать. Это немного стрёмно. Но сейчас это было не страшно, потому что я на поверхности, тем более день уже наступил. А вот в пещере, в темной, это очень страшно на самом деле. Дом что-то вообще делать не хочется, и я нашел розовую овцу. Прикольно, я их не встречал уже очень давно на самом деле. Опа! Лес с деревьями без листвы. Херобрин все-таки себя проявляет. Там еще красные факела. Лес с деревьями без листвы, в принципе, это классика для Херобрина. Но самого его я что-то здесь не вижу. Может, он и не должен тут появляться. Но я где-то слышал, что он тут появляется. Именно вот в таких лесах. Так, я поставил вот такой вот туман небольшой, чтобы поатмосфернее было. И я продолжаю поиски деревни. Я, кстати, проголодался. Окей, что-то происходит, но какой-то определенной жести пока что я не вижу. О! Вы это сейчас видели? Тут Херобрин стоял. Я его голову увидел. Или... Блин, не знаю, показалось мне или нет, но я что-то тут увидел, как будто голова Стива какая-то. Да, кстати, я поставил оригинальный скин Херобрина, который самый легендарный. Просто тут очень много скинов для Херобрина. Там Лик есть. Короче, кого там только нету. Опа. Херобрин построил пирамидку. Короче, в общем, я решил немного счетерить, я так и не нашел деревню. Соответственно, тут у нас и сено есть. И надеюсь, что Херобрин тоже будет. Кстати, тут есть вроде еще какие-то взаимодействия с тотемом. О, боже!
Я испугался. Охренеть. Вот это сейчас реально было неожиданно. О! Он убегает! Стой! Он пропал. Ё-моё, что это было? Он даже убегать может. Вот этого я не знал. О, боже! Он, кстати, светится, я только сейчас это заметил. Ладно, но это сейчас было не страшно. Так, в каком бы мне домике поселиться? Так, ну слушайте, я думаю, вот здесь можно поселиться. В общем, какая у меня цель? Я думаю, просто найти алмазы и на этом закончить. В принципе, я не знаю, что еще можно сделать. Да, кстати, еще Херобрин, по-моему, умеет смотреть через окна. О чем я и говорю. Вот это поворот, привет. И он, кстати, не пропадает. Все, погнали искать пещеру. Опа. Из замшелого булыжника пирамидка. Ладно, окей. Ну, такое я уже встречал, кстати. Когда раньше играл. О, боже. Херобрин. Вот я вам говорил, в пещерах страшнее, когда он шагает. Это сейчас реально было стрёмно. Я сейчас записываю утром, что только 10 утра. О-о-о! Пирамидка, прикольно. О! Херобрин! Ладно, он наконец-то начал активничать, что начало происходить. Он начал появляться, но... Я все еще не нашел пещеру. Или же нашел? Ребят, походу нашел. Херобрин меня привел в нужную пещеру, походу. Если так, я ему безмерно благодарен. Так, где же алмазики? Редстоун вижу. Железо. Я все буду вскапывать. А, нет! Только не это, пожалуйста, нет, не умирай. Блин, где вода, срочно? Вот вода. А, ну ладно, я уже сам потушился. А, блин! Боже. Вот это сейчас реально было неожиданно. Я просто обосрался, если честно. Фу, боже. Зачем так пугать? Это было очень неожиданно. Так, где алмазы, блин? Херобрин, может ты подкинешь? О, всем привет. Один алмаз всего лишь. Почему-то тут по одной штуке вот в этом биоме спавнится. В обычных залежах там их много спавнится. Вот именно вот в таких вот всего лишь один. Редко бывает там сколько-то еще. Так, ну мне нужны еще алмазы. Хотя бы... О, еще алмаз. Окей, уже меч есть. О, еще алмазы. Еще алмаз. И еще алмаз. Итого уже 4 алмаза. Хватает на кирку и лопату. Ладно. Это было не страшно, потому что я его просто увидел. Ладно. О, спасибо! Еще алмазы. О, тут прям целая залежа. Итого у нас уже 9 алмазов. Я считаю, что цель этого видоса выполнена. Мы нашли алмазы. Причем немало. Считаю. Ох, блин, криперы это просто чудо. 10 алмазов уже. А вот мистики... Что-то особо нету. Погодите, откуда я вообще пришел? Я как всегда потерялся, прикольно. Но я явно пришел не отсюда. А! Нет, 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 нет. Уйдите. Еще и маленький зомби, откуда он здесь взялся? О. Опять пещера, да? Довольно красивая, кстати, пещерка. Так, где я вышел вообще? Нет, я потерялся, серьезно, что ли? А, нет, все, я нашел. Надо идти туда. Так, вот я вернулся домой. Соответственно, что мы имеем? 12 алмазов, 2 золота, ну и остальные, в принципе, руды тоже.
Ну, в принципе, цель на этот видос выполнена, мы нашли алмазы, поэтому, если вам понравилось, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь, и обязательно сыграйте с этим датапаком, потому что он очень крутой. К сожалению, сегодня не так много я заснял, но, поверьте, это очень крутой датапак, и он, кстати, поддерживает мультиплеер, так что вы можете поиграть даже с друзьями. В общем, обязательно играйте, ссылка будет в описании на скачивание, я оставлю. Ну и, в принципе, все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.